Правдинское – крупное нефтяное месторождение в России. Месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи городского поселения Койковский в Нефтеюганском районе. Первую разведочную скважину, которая дала фонтанам 150 тонн нефти в сутки, открыла экспедиция Главкиной геологии в 1964 году. Скважина номер 51Р дала первую нефть 1 декабря 1964 года. А уже 31 января 1967 года отмечено началом комплексного эксплуатационного разбуривания Правдинского месторождения. А уже через год началась полномасштабная промышленная эксплуатация Правдинского месторождения. Сегодня оператором месторождения является российская нефтяная компания ООО «РМ Юганскнефтегаз», принадлежащая компании «Роснефть».